Это снова Абрайс Алексей, снова синий диван, снова Сочи и Кинотавр. Четвертый день фестиваля. Надеюсь, вам нравится. Ну что ж, друзья, сказать про Кинотавр. Только все в такой превосходной степени, потому что, когда еще я был студентом, я все думал, надо бы сделать что-то такое интересное или значительное, чтобы попасть сюда хотя бы в качестве какого-нибудь гостя или человека, который хоть как-то сопричастен к этому большому празднику кино. И могу сказать, самые теплые и восторженные подобрать слова и эпитеты к тем, кто организовывает и готовит не только праздник кино, но и праздник рядом с кино. Потому что для людей, которые живут в поезде, в самолете, в машине, ну, практически пол своей жизни, даже то, что тебя встречает на взлетно-посадочной полосе у самолета, автобус, минуя всевозможные досмотры и мучительное получение багажа, это уже как-то тебя располагает, и ты понимаешь, что ты будешь работать благодарным зрителем, внимательным, добрым коллегой, ну и совместишь приятное с полезным, потому что отдых и море, вкусная еда и общение, этого никто не отменял, и это замечательная возможность увидеть тех людей, с которыми ты, ну, не можешь в силу отсутствия времени или, так сказать, несопоставление графиков друг друга, пообщаться, что-то придумать, сказать кому-то спасибо, признаться в любви и, в конце концов, посмотреть просто на работы друг друга. Вот это самое главное, что может быть. И я считаю, что нужно смотреть кино и хорошее, и не очень, любое, потому что можно учиться, можно для себя и внутри себя делать какие-то пометки, и это тот самый шанс стать лучше, добрее, честнее даже, искреннее, красивее, значит, на солнце, упитаннее после посещения всевозможных мест красивого греха, чего угодья. Вот. Ну и просто сказать спасибо тем людям, которые трудятся во что бы то ни стало и все-таки делают кино, и в нашей стране, которая меняется, изменяется к лучшему, пускай неровно, но все-таки изменяется. Изменяется отношение людей к нашему кино, что очень важно. И мы все больше и больше говорим, это наше кино, это наши актеры, это наши режиссеры. И все меньше и меньше мы говорим, а вот у них, или как у них, или как там. Вот я очень хотел бы, чтобы наступило такое время, чтобы вновь говорили, это у нас, это наши. Это такой, ну, патриотизм не из головы, а такой желанный из души. И все это я говорю искренне, не придумано, не написано специально для «Рамблер» от кинофестиваля «Кинотавр».